Это ты приключил меня в прошлый раз. Скажи мне, вот ты хочешь проблемы себе иметь? А, ты мне угрожаешь? 22 года. Не, вот послушай, ты 22 года в Америке. Ты думаешь, что ты пишешь? А что я пишу? Ну ты я тебе серьезно говорю? Ну давай, расскажи мне, что я пишу. Ну, ты доиграешься, я тебе серьезно говорю. Ты мне то, что я не даже не он. Я тебе серьезно говорю, найдутся дебилы, американцы. Если ты бы это говорила на англоязычную вот эту вот аудиторию, у тебя бы уже были проблемы. Как говорит Такер Карлсон и вообще большие блоги. Ты не сравнивай себя с Такер Карлсоном. А, то есть ему можно на всю Америку говорить? Естественно. А как ты думала? А где свобода слова в Америке? Юля, ты прожила 22 года, я не верю, что ты... Или ты там не вылазила? Юра, ты же сказал, что я на химикатах на каких-то сижу. Сними очки. И что? Ну, не, вроде нормально. Конечно, нормально. Юля, послушай. Юра, я работаю в крупной корпорации на очень большой должности. Хорошо, и нет, полностью слушай, проверяли. На все хорошо. Тесты. Да, на все, ладно, это твое. Я тебе на просто все медикаменты, говорю. На все. Послушай, поэтому окей. Не всю эту хрень, что я тут сижу на каких-то медикаментах, потому что мне не нравится политика Израиля, которая влезла во все ветви уже американской власти. Да дело тебе, я тебе говорю, что ты пишешь, как ты ролики называешь. А как я пишу ролики? Тут, ну, как, тут нет, говорит, как что даже... этот мага говорит, что он больше еврей, чем остальные евреи. Я, говорит, евреи, те, кто не евреи. Юля, я тебе гарантирую, если бы ты, вот, послушай, если бы ты вот это говорила на американскую эту публику, на англоязычную. Да полно бы... американцев, которые говорят то же самое, что и я, на англоязычную публику. Где, в Техасе, может быть, там, да, я тебе все раз говорю. Нет, на общенациональный, national white. Полно блогеров, которые это же самое говорят, на всю национальную хрень. Вообще некоторые поддерживают Гитлера. Официально. И ничего с ними не бывает. Вот в том-то и дело, что Гитлера... это действительно, Гитлера не тут дают, даже свастику дают. Да, это правда. Ничего. И ничего. И не верят. Это правда. Они отрицают Холокост, они не верят, что... Юля, здесь 80% евреев. 80%. Американцы. Да, не американцев, я тебе говорю за Нью-Йорк. Это у вас в Нью-Йорке, слава богу, да. Я не живу в Нью-Йорке. Так я ж тебе за это и говорю, что ты... Если бы ты это говорила в Нью-Йорке на англоязычную эту, у тебя бы уже начались проблемы. Я тебе просто говорю, что найдется идиот, поверь мне, и найдется, который возьмет и вот эту всю херню притащит за уши. Ты Юра, зря шутишь. Ты меня так напугал, что я теперь спать. Я тебя не пугаю. Я тебя не пугаю. Сидят там три несчастных каких-то еврея. Я тебя не пугаю. В Пенсильвании. И пугают всех подряд. Я тебя не пугаю. А что вы так нервничаете? Василиса, да я вообще не нервничаю. Василиса, я тебе говорю, я тебе серьезно говорю. Так смотри, не сделай себе проблем. Я-то за себя не переживаю, а вы-то что? А, ну смотри, я тебя... Вы-то что так нервничаете? Кто не? Я нервничаю или кто? Да я или не Бабич? Знаю, ты или Бабич, кто из вас там такой? Да Бабичу. А то вы так за меня Юля, спать. Юля, нам нечего нервничать. Я тебе просто говорю, что ты так увидишь, ты в погоне за вот этой всей херней, ты договоришься, посмотришь. Я все спать не буду. Боже мой, я ж так испугалась. Тебе бесполезно говорить. Ты думаешь, я тебе хорошего желаю, я тебя не пугаю. Юра, я ж записываю. Юля, я тебе не желаю ничего. Если случится, то ребята все к Юре, потому что Юра... сказал, что со мной что-то случится. Поэтому, я же тебе говорю, если со мной не случится с тобой, я тебе не за это говорю. Я тебе говорю, за то, за твои высказывания, это Юля. Юра, патологоанатом. Значит, если со мной что-то случится, плохое, несчастье какое-то, то Юра предупреждал меня на стриме, что со мной... Не несчастье, ты не перекручивай. Я тебе говорю, что ты от самих же евреев можешь получить проблемы. Юра, не такие. Натравят евреев на меня. Да не натравят, Василиса. Именно по закону тебя притащат. Слышишь, я тебе серьезно говорю. Микола, не пугай меня, Тарасик. Ну, да тебя не пугает, до тебя не доходит. Я тебе серьезно говорю. Вот я потом с тобой поговорю, когда тебе, вот слушай меня. Если будет со мной, то Юра и с Бабичевым будут ответственны. Ты не перетягивай. Причем здесь я что, государство или я что, какой-то закон на этот? А что я тебе говорю, что тебе именно прилетит не от меня, не от кого-то.
нет каких-то евреев. Ну, а вот именно по закону, дорогая моя, вот у нас найдется... Вот у нас евреи, которые захватили власть в Америке, пугают теперь всех, кто против евреев. Если вы хотите узнать, евреи, кто правит миром, то узнайте тех, кого нельзя критиковать. У нас нельзя критиковать. Это все знают. Кто правит миром, все прекрасно знают. Ну так окей? И что ты, да? Так я тебе за это и говорю. Ты что, не понимаешь? Боже ж ты мой, я прям так испугалась. Ну хорошо, я хочу, я посмотрю на тебя, когда тебе я придется тратить... Я в тюрьме за антисемизм. Нет, ты не будешь ты нигде сидеть. Тебе просто бабло придется тратить туда, куда нахер не надо. Расскажи ж теперь. Куда тебе, куда ты не ожидала, понимаешь? У меня ж нету бабла, я ж вообще нету. Как нету? Ну бабла есть, ты еще показала, что у тебя же много бабла. На меня ничего не оформлено, ничего немає. А, ну что, немає? Нафиг так? Ты смотри, какая ты. Слушай, ну ты ж меня не Юля. Знаешь. Вы бабичевы, вы так мелко плаваете по сравнению со мной. Ну, я конечно. Знаю, конечно. Я судила сама много компаний американских и выиграла очень много денег. Юля, то, что ты бред, послушай меня. У меня вот денег это... нет. Юля, вот этот бред, что ты честь. Юля. Вы расслабьтесь, евреи. Вам нет. Юля, вот этот бред, что ты честишь, это может лезть, знаешь, каким-то идиотом. Который там вот тебя слушает. Но нормальным людям такой, это же не залезет, понимаешь? Ты какой-то, ты же не знаешь, как... Оно никак не залезет. Лично из банка, никуда. Документы переправляются. Поэтому я тебе еще раз говорю. Я тебя предупредил и посмотрю. Да, мы записали, я посмотрю на тебя. Юра, мы записали что ты будешь... уже, что ты меня предупредил. Мы уже все ну записали. Вот, отлично. В моей а потом будем... прошу винить Юрка. Когда тебя слышат... Слышишь, когда тебе бабло придется на адвоката тратить? Нет, нету, бабла нет. Ну, придется квартиру продать в Краснодаре, или где ты там купила? На меня ничего не оформлено. Ты шластова. На меня ничего не оформлено, квартиры нет. А при чем здесь на тебя не оформлено, Василиса? Ну, если ничего на тебя не оформлено, то у тебя ничего нет. Придется, посмотришь. Поэтому поаккуратнее, Юля. Да, в России вот прям ждут от законодательства США, как бы уважить. А при чем здесь в России? Ну, ой, хорошо, вот ты сама вызываешь... Нет, ты не, сам не понимаешь, что со мной вообще бесполезно связываться. Мне взять с меня... Да нахер тебе нужно, чтобы с тобой связаться? Я тебя хотел предупредить, чтобы ты да прекратила вот эти... Уже... Насчет евреев, дурочка. Мы уже весь чат услышали. Ты... Идите, лежите, какой... свои евреи, друг другу задницу, радуйтесь жизни, нахлобучивайте американский народ. Юля. А потом не переживайте, когда погром... Всего доброго. Вы слышали? Оно мне еще угрожает. А потом говорят, а нас за что? А нас за что? Почему? Оно сидит, оно мне угрожает. У нас столько много евреев, ты получишь там. Потому что у них много евреев, так они тут уже решили, что все куплено, за все закуплено. Ну, мы тоже не лыком шиты. Мы знаем, как правильно вести бизнес в Америке, чтобы тебя никогда ни за что не засудили. Либо... Ничего не смогли с тебя взять. Надо поумнее просто быть. Надо быть умными. На каждого еврея есть русский. И не зря Олег Хазаров из Киева вышвырнул. Вот так вот, товарищи евреи. Как говорится, но пасаран, русский язык.